Mesmo. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Достойно есть якобы истину, блажить тебе Богородицу, преснаблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую воистину Серафим, без истления Бога, Слово рожившую сущую, Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресы из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради пречистой Твоей Матери, силы честного животворящего креста, святых ангелов наших хранителей, и всех ради святых помилуй, спаси нас, яко благ еси человека любит. Аминь. Боже, милостив, будь мне грешному. Создав имя Господи и помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти мне грешного, яко николи же благое сотвори пред Тобой, но избави меня от лукавого, и да будет мне воля Твоя. Да не осужденно отверзу уста мои недостойны, восхвалю имя Твое Святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадаем Те блажа, ангельскую песнь вопием Те сильный. Свят, свят, святости Божия, Богородицу, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрая сна, воздвиг мне, если Господи, ум и просвети сердце, уснем и отверзи, во ежепетите, Святая Троица. Свят, свят, святости Божия, Богородицу, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и ко его же деяния обнажатся, но страхом зовем полунощи. Свят, свят, святости Божия, Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Восставши от сна, припадаем Те блажа, ангельскую песнь вопием Те сильный. Свят, свят, святости Божия, Богородицу, помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна восста благодарю Тебя, Всесвятая Троица, ко многие рая Твоя благость и долготерпение, не прогневался на меня ленивый и греша,
не погубил меня со беззаконием моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечаянии лежащего воздвигал меня еси. Воеже утренните славословите державу Твою и ныне Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тебя во исповедание сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся Христу, Цареве Богу нашему. Приидите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. Сто девятнадцатый псалом. Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Что даст тебе, и что прибавит тебе язык лукавый? Изощренной стрелы сильного, с горящими углями дроковыми. Горе мне, что я пребываю в Мосохах. Живу в шатров кидарских. Долго жила душа моя с ненавидящим мир. Я мирен, но только заговорю, а не к войне. Возложу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь, хранитель твой, Господь, сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Возрадовался я, когда сказали мне: пойдем в дом Господень. Вот, стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим. Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, куда восходят колено, колено Господне, по закону Израилеву славить имя Господне. Там стоят престол суда, престол дома Давидова. Просите мира Иерусалиму, да благоденствует любящий тебя, да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я: мир тебе. Ради дома Господа Бога нашего желаю блага тебе. К тебе возложу очи мои, живущие на небесах. Вот очи, как очи рабов обращены на руку господ их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши Господу Богу нашему, доколе Он помилует нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением. Довольно насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых. Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. Воды потопили бы нас, поток прошелся бы над душою нашей, прошли бы над душою нашей воды бурные. Благословен Господь, который не дал нас добычу зубами их. Душа наша избавилась, как птица, из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй.
Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Многомилостивый и всемилостив Бог мой, и Господь Иисус Христос, по своей многолюбви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова Спаситель, спаси меня благодатью Твоею, молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то это не будет благодатью и даром, но более делом. Ей многих щедротах и неизречены в милости, ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерти вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дела да вменится мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дел оправдывающих меня. Но эта вера да будет превыше всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да явит причастником славы Твоей вечной, и да не похитит меня сатана и не похвалится. Слово, что отторг меня Твоих рук и оградой, но ли хочу, спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, а чрев матери моей. Сподоби меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил я этот свой тайный грех, и чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился сатане прещающему. Особенно же, потружу для Тебя Господа и Бога моего Иисуса Христа во все дни жизни, ныне всегда, век веков. Аминь. Аминь. Святой ангел, поставь мне хранить мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержание мое. Не дай возможности злому демону починить меня себе преобладание от смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель, покровитель бедной души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя прошедшую ночь. Защити меня настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и сделал меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, своими святыми всесильными молитвами отгони от меня смиренного и несчастного раба Твоего уныние, забвение, неразумие, нерадение. Удали все скверны, лукавые и хульные помыслы из океана моего сердца и помраченного ума моего. И погаси пламя страстей, ибо я, Бог, несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляет сироды, и пречистое имя Твое славится во веки вечные. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Надежда, ибо мы усердно к Вам прибегаем, к скорым помощникам, молитвенникам о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко родила Иси Христа Спаса, Избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, честного же творящего Христа Господня, не остави нас грешных, уповающих на Тебя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа на сопротивное даруй, и Твое сохраняй крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного, родителей, сродников, благодетелей, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония,
священнария Иоакима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима за все молитвы, Андрея, Максима, Владимира, и Глебу не дай погибнуть. Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, митрополита Тихона, и весь священнический иноческий чин, и высший истинный служитель миссионеры христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И нам дай еще священника, если угодно тебе, Господи, смири власти и воинств своих, наведи страх твой на них. И через них сотвори благое церкви Твоей. Надели их мудростью издавать добрые законы, дабы дали достойно жить людям. Было еще уделять нуждающимся. И сохрани их от покушения на них. Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Дагена и Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас, Господи, ценить это мирное время. И приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную, за отступничество от Тебя. Слава Тебе за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобою. И для сего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. И в этот день сохрани нас от всякого рода зла и греха, от нарушения заповедей Твоих. И сохрани и защити жилище наше и селение от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, Владимира, брати, болящую Людмилу, Любовь, Владимира, Алексея, Иосифа. Благослови. Прищи добрые жители с детьми, любящими, знающими уставы Твои. И сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, чада их, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алевтину, болящую. Расширь пределы общин. Всех благослови на проповедь и благовестие. Аллилуйя. Спаси, помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Рахиль, Ездру, Русика. И даруй веру Христову, Тимуру, Самире, дабы не верили лжепророкам. Аллилуйя. Благослови, Господи. Сергея, Сергея, Александра, Александра, Екатерину, Екатерину, Галину. Слава Тебе, Боже наш! Воззри на угрозы врагов, на все пакости, какие они творят. Разруши их замыслы, которые на зло. Примири их с нами, в судный день не помяни их безумие. Посети благодетелей наших, воздай им добром. Благослови, Господи, дай Елену, Людмилу, братья Евгения, Наталью, Юрию, Надежду, Эдуарда. И отступников найди. Николая, Михаила, Александра, Юлию, Максиму благослови. Виталия, Никиту, даруй им духовное рождение и жажду трудиться в поте лица. И Романа избавь от духа лжи, которому он позволил войти в себя. Помилуй нас, Боже, избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Путешествующих Раису, Льва, Виктора и Акима благослови. И все наше родство найди, и детей их, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Посети болящих, дай силу перенести страдания безропотно, и пошли им исцеление Илариона, Кирилла, Алексея, Игоря, Надежду,
Левтину, Людмилу, Тину, Валентину, Марию, Александру, Татьяну, Татьяну, Нину. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов. По Твоему благоволению все это может оказаться на пользу. Аллилуйя. Упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братья наших, родителей, сродников, всех православных христиан, новопредставленного Валерия. Сотворим вечную память, вечный покой. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышний Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал веру в Тебя, страх пред Тобой, ожидание суда Божия. Благодарю за тот день, в который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов и на каноны церкви, как на истину. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими, воздай добром помогавшим нам в путешествии. Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Надежду, Людмилу, Сергея. И сохрани наше сокровище в интернете, и благослови, кто нам помогает там быть, и трудящихся, Игоря, Юлию, Дмитрия, Виктор, Юрия, Сергея, Сергея. Андрея, Андрея, Вячеслава и Содружества его. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешным. Благодарю Тебя, мой ангел, сколько лет Ты хранил, защищал. Не покинь в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам. Веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Ян Креститель, Предтеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедность, имея пропитание, одежду, быть благочестивым и довольным. Во всем экономном. Никогда не роптать, никому не завидовать. И каждому дары жилье и Сергея говорил. Святитель Христов Никола, Мерликийский чудотворец, моли Бога о нас. Молите Бога о нас, святые пророки, Илья, Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Иоавель, Ной, Иосиф, Патриархи. Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Барух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрах и пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры, и сосудами, полными лея добрых дел, соделанных Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, ты евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Даст Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарм, Смирский, Юстин, Философ, Космай, Дамиан, Андрей, Стратилат, Иерон, Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Бениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертание зверя Антихриста. Анфиму, Вениамину, дай веру, устраши родителей за такое ложное воспитание. Молите Бога на святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий Алтайский, Филарет. И все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас. Да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замысел еретиков разруши и в ничто преврати.
Молите Бога, нас, святые жены и девы, Фёкла первомученица, Патина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Барбара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила, Акила, Андроник, Юник, Киприяна, Устина. Да дарует Господь им послушание и молчание, целомудрие и стыдливость, и сохрани их от всяческого поругания. Исправь непокоривость Галины, семейства Евгения, Надежды, Светлана, Людмила и Анны. И прими нашу молитву, воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитвы наши с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. О, всемогущий Создатель, Господь и Бог, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный. Ради Сына Твоего, Господа и Бога нашего, Иисуса Христа Единородного, умершего за наши грехи и пролившего свою пречистую кровь, услыши наши молитвы о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Доброе утро всем. Доброе утро, аминь. Аминь, доброе утро. Аминь, доброе утро. Сергей Павлович, отпускай меня, собираться буду. Игорь освободился, привез меня. А потом, слушай, это, ну, наша общая знакомая говорит, я скоро, наверное, не буду работать, мне за интернет нечем платить. Мне только 14 тысяч за коммунальные услуги, мне тоже нечем платить. И за интернет нечем платить. Ты меня слышишь, Сергей Павлович? Да, давай с Богом. С Богом оставайтесь. А молитесь обо мне, путешествующие. Кто за тебя будет помогать-то? Ты который раз вот здесь начинается счет, и ты голос подаешь. Я просил, умолял тебя, не вылазь нигде. Опять не... Ты даже не знаешь, что лезла. Опять вчера голос подавала. Мне ответить нельзя, тебя запечатать. Сколько женщин? Все молчат. Одна ты лезешь. Зачем лезешь, когда собой не руководишь? А я и говорю, сейчас она начнет. Ну не надо ахать, сказали нельзя не лезть. Ну не лезь, да, ну, перестань ты вольничать. Прости меня, ладно. Ну, я сижу рядом, наверное, могу ответить. Зачем ты лезешь-то? Притом тебе что-то задели, ты дальше начинаешь, дальше ни остановки, ничего нету. С собой не руководишь и лезешь, позор один. Ну сказали, ну маленько, то успокойся ты, ради Бога. Что ты делаешь? Опять дальше. Ну сказали не лезть, ничего особенного нету. Сколько женщин, ни одна не лезет.
братья стоят где-то. 13 братьев, главное, здесь. Неужели не ответят мне? Брякнет все равно на 200 туда. Давай. Ты сейчас еще не отвечаешь. Денег нету. Экономить надо на всем. Жарите, комнату открываете. У вас ни толку еще нет, вот так только. Сказал, не сущий. Добровольцы, помощники есть, кто бы мне помогал в случае ошибок. Я увижу. Руку поднимал. Ловится в дверь, подойду, кричу, я не слышу, кто. Более это дело. Не могу. Сейчас только позвонили, не открывайте. Ловится, сейчас посмотрел. 50... Я обратно, я на телефоне, у меня текст мелкий. Один звонок. Не видно. Скажи ты, как кувалда на ногах висит и все. Может, Надежда Васильевна бы помогала? Успокойся. Ты приходил вчера и потом зашел. Я не успел. Да зачем тебе это рассказать? Игнат Тихонович, дайте помощника. Там вас трое. Безобразие. Не слышите меня, что ли? Ты ходил, я ходил. Какое отношение? Я не сказал, что я буду ходить тогда сущий. А ты сама комментируешь. Володя! Ну, у тебя нет уже мозгов-то совсем. Пащенко! Слушаю. Ольга уехала в Барнаул. Давайте кто-нибудь, помогайте мне. Ну-ка, спроси. Он просит, чтобы за ним последили, потому что Ольги нету сейчас, Симоненко. Чтобы кто за ним следил за ошибками. Ну, ладно. Ну что, ответить надо ему? Кто будет следить за ним? Я могу следить. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Ну давай, кто тут будет следить-то? Я не знаю, кто. Анатолий? Толя, можешь? Нет, не смогу. Ну следи, Лена. Поднимай руку, или как он на тебя внимание будет обращать. Ошибок много очень делает, перескакивает. Где особенно не, он выбрасывает. Кверх ногами все становится. Надежда Васильевна пусть садится. Она хорошо русский язык знает. И пусть она там из дома. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Коммунизм». Том 26, вопрос 3775. Почему же Ленин так ненавидел верующих? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Только он сам мог бы ответить на этот вопрос. Мы же можем предположить, что это было связано с гибелью его старшего брата Александра, казненного царизмом. Казнь никогда не проходила без участия священников, приходивших для исповеди перед казнью. И никакой надобности казнить этого юношу не было. Может быть, и Володя относился бы к царю и к священникам по-другому. Ульянов – это новый Юлиан-отступник на русской земле. Был полностью под влиянием евреев. Он пошел иным путем. Не один монастырь ограбить, а придя к власти, начать резать, крушить, грабить, поносить безудержно. Это был чрезвычайно злой, человеконенавистнический образ кагальной системы иудаизма, безумно ослепленный своей пагубной идеей выродок, исчадия ада, величайший злодей всех времен и народов. Но и взявший власть в церкви, привившие тысячелетия с насилием и жестокостью, простите, исправившие. Вы руку поднимайте, не говорите, я исправлюсь. Но и взявшие власть в церкви, правившие тысячелетия с насилием и жестокостью, тоже должны были подумать, за что же постигла их эта беда. Почему никто не поспешил поскорее раздать все богатства церковные, чтобы не было этого изъятия ценностей. Не было же это постановление против духоборов, против беспоповцев, староверов. И когда декрет об изъятии составлялся, почему же Дух Святой
никого не предупредил определить грядущую бурю, расстаться со всем, за что их могли поволочь на эшафот. Ничего этого не было, но начали прятать ценное. Те же стали находить, и началась страшная мясорубка. Архимандрит Тихон Бобов, апостол Сибири, это, видимо, название статьи, я так понимаю. Название книги, которую батюшка перевез. Его сейчас епископом поставили. Страница 133, 23 февраля 1922 года. Вышел декрет об изъятии церковных ценностей в фонд Центральной комиссии помощи голодающим. Еще в августе 1921 года патриарх Тихон обратился с посланием ко всем русским людям и призвал к добровольному пожертвованию церковных ценностей, не имеющих богослужебного употребления. В инструктивной телеграмме ЦК РКПБ от 23 марта 1922 года откровенно говорилось: политическая задача состоит в том, чтобы изолировать верхи церкви, скомпрометировать их на конкретнейшем вопросе помощи голодающим и затем показать им суровую руку рабочего государства. Расколоть попов, противопоставить низы верхам. В секретной конституции Ленина, написанной вслед декрету, секретной инструкции Ленина, написанной вслед секрету, сказано, что необходимо провести, цитата, с максимальной быстротой и беспощадностью подавление реакционного духовенства. Ибо ситуация, цитата, представляет из себя не только исключительно благоприятный, но и вообще единственный момент, когда можно разбить неприятеля на голову и обеспечить за собой необходимые для нас позиции на много десятилетий. Еще одна цитата. Чем большее число представителей реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше, заключает вождь мирового пролетариата. Все вместе взятое священство не могло понять, что здесь им тоже представлен был случай и единственный в своем роде разбить свою жадность на голову и обеспечить себе достойное христианство, служащее бедным на сотни лет вперед. Когда грабили других, это было хорошо. А когда самих коснулось, достигло, то и покаяния достойного не смогли принести. Пророк Осия 8:7. Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Захария 1:6. Но слова мои и определения мои, которые заповедал я рабам моим пророкам, разве не постигли отцов ваших? И они обращались и говорили: как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям и по нашим делам, так и поступил с нами. Псы с чародеями и подлые лжецы, как пишет в Откровении апостол Иоанн, в рай не войдут, в аду огонь месить, как прокаженных выбросят за стан. О, только бы не с ними быть, не там, с еретиками гнусными вне церкви. Уже сегодня от таких отстань, и меряй все не по греховной мерке. Преображенье Бог переродит из псов, соделает иными всех от основания, даст силу новую, к Голгофе понесет на благовестие и точно не обманет. Средь псов смердящих шариковых много,
Господь, преобразив и их усыновляет, сам в благовестие таким обует ноги, влагает в грудь евангельское пламя, нерассудительно с псами погибать, отвергнувши любовь Христа Иисуса, без покаяния попали все в штрафбат, не дождь в потопе, наши слезы льются. Неспровергатели божественных святынь облаивают истинную церковь и насаждают древнюю латынь. Им удалось так много исковеркать, пространство давят звуком, звуками и страхом, потоком информации слепцов разит, и дьявола рвет под именем Аллаха, свободный дух преследует, прессует динамит. Псов очерствелых гонят отомстить за кровь пролитую, за веру, за детишек. А дети мнут, не пластилин пластит, и не предвидится малейшего затишья. Из псов войны Бог лепит миротворцев, в творенье новое сподобится проникнуть, смиряя, часто гладит против ворса. Все заменят старое до нитки. 18 января 2008 год. Игнатий Лапкин. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Коммунизм». Том 26. Вопрос 3779. Советские попы полностью сдались безбожным властям и даже проповеди носили на утверждение уполномоченным по религиозным культам. А как дело обстояло у баптистов? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. На этот вопрос задавали отцу Глебу Якунину, работавшему с архивами КГБ. И он говорит, что и у них это было, и нисколько не меньше. Вот что рассказывает Михаил Иванович Азаров. Я у себя в церкви часто говорю: братья и сестры, что меняется время, меняется обстановка, меняется мода, меняется все в этом мире. Но Евангелие не меняется, оно остается в силе и будет в силе до самого пришествия Господа, потому что в книге Откровения написано, что, цитата, «Я увидел ангела, летящего по небу, который держал вечное Евангелие. Оно не меняется, заповеди Божьи не меняются. Можем мы меняться, к сожалению, можем мы отступать, можем мы что-то придумывать, но Евангелие остается, слава Богу, в силе. И оно есть основание нашей духовной жизни. И вот удивительно, что апостол Павел пишет 2 Коринфянам 4:2. Но отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом, не только верующего и не только брата и сестры, но пред всеми людьми Бог дает нам право представлять свою жизнь рассмотрению совести всякого человека. Притча 28.1. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев.
Благодарю Бога, что у нас в основном молодые братья. Мало братьев с сединой есть, совсем мало. Это радует нас, что Бог обильно благословил наследие свое. Братья, меня, когда еще в молодости брат-старец рукоположил на служение, тогда трудное было время. В 1968 году нас всех пригласили старшие пресвитера с Москвы. Собрали с областей всех служителей братьев-старцев, 26 пресвитеров. Один я там только был из молодых. Решался вопрос, что делать дальше. Отделенные наступают, отделенные рассылают обращения. Что будем делать дальше? Мицкевич выступил, Житков, Евстратенко. Это все люди, которые пережили и тюрьмы, и ссылки. Много лет служителями были и объясняют, что будем делать дальше. Если мы только поступим, как нам советует оргкомитет, отделившийся в инициативную группу Совет Церквей, то мы останемся без молитвенных домов. Церкви все позакроют, ничего у нас не останется. Один выступает служитель так, второй, третий. А потом после них зашел уполномоченный. Уполномоченный зашел и очень приветствовал выступление всех, говоря, что они нам идут на уступки. Подумайте вы, старцы, к 80-му году объявлено, что верующих уже не будет. Конец всей религии. И все это свертывается. И был поставлен вопрос. Пускать ли детей, молодежь на собрание, или чтобы сохранить молитвенные дома, не пускать. Один за одним старцы, братья выступают, читают места Писания, Ефесянам 6:1. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Поэтому бесполезно уже нам говорить о молодежи, о детях. Строится лучшее будущее. Вот это все самое хорошее. Давайте детям дадим эту дорогу. Попросил я слово, говорю. Братья, а что же мне делать? Я среди вас молодой. Мне 30 лет. У меня дети, сыновья растут. Я хочу, чтобы они были верующие. Как вы решите мой вопрос? Посидели немножко, нагнули головы. Уполномоченный выступает. Вы смотрите, это от оргкомитета. Он обманет вас. Ставится на голосование. Кто за то, чтобы сохранить молитвенные дома, но с тем условием, чтобы не пускать ни молодежь, ни детей. Просят встать. И что вы думаете? Все встают. 26 служителей было, и все встали. Не пускать, перекрыть все пути. К сожалению, у всех у этих пресвитеров дети были неверующие. У них детей не было верующих. Как-то Господь коснулся, трудно было говорить, поплакал я и говорю, «Братья, что же мне делать? Что вы делаете?» «Ну, делай, что хочешь, а вот надо сохранить молитвенные дома». Скажу вам, братья, сейчас в нашей области, вот где были эти преступники, пресвитера, не осталось ни одного молитвенного дома, и верующих там нет. Истинно говорю. Приехал один старший пресвитер, поездил, область пустая, уехал в Америку. Приехал другой старший пресвитер, поездил, область пуста, все позакрыто, все пустое. И этот бросил служение. Это то, о чем они просили Бога, и Бог допустил это бедствие. Те, которые были регистрированы по области, в основном они присоединились к нам. Слава Господу!
Это братья представили они совесть свою на отчет перед этими безбожниками, которые тогда управляли церковью. В это время пригласил Александр Васильевич Карев меня на курсы старших пресвитеров. То есть набрали людей, которых 2 года будут учить, чтобы они потом все стали старшими пресвитерами. Александр Васильевич сказал: «Мы выбрали лучших из лучших 100 человек. Это были, правда, все как вот мы с вами. Хорошие братья собрались все, чтобы учиться на старших пресвитеров». В 1966 году еще Александр Васильевич, я не знаю, он, видимо, знал моего отца, он убедил меня побыть на съезде. Я даю им ответ и говорю, что если разрешите мне выступить на этом съезде, приеду. Пишет: «Дадим 5 минут для выступления». Договорились. Помолились дома, думаю, ладно, поехал. Дали многим слово. От советов церквей выступали много братьев. Май Борода читал это обращение. К великому сожалению, когда он читал, руки тряслись у него. Бог дал милость, я рассказал, как есть, что делается в нашей стране, какое гонение, какое притеснение, что делают старшие пресвитера. Ну, зашумели все, дали еще 5 минут. За 10 минут, что я смог, рассказал. Только я сошел с кафедры, Карев меня толкает, говорит: «Плохо ты сделал, что такое говорил». Сошел я с кафедры, подходит один человек и усиленно обнимает меня. «Рад! Вот единственный ты правильно все сказал! Приветствую тебя!» Расцеловались мы, конечно. Он делегат съезда, у него значок висит, заводит меня в комнату и вдруг достает одну руку из кармана и показывает: «Тише и смотри, майор КГБ». Я тогда, конечно, был просто сильно... Я ему говорю: «Как тебе не стыдно? Я с тобой целую здесь с безбожником, а ты здесь на съезде». Он сразу: «Тише, я здесь не один». Я говорю: «Я сейчас пойду Александру Васильевичу скажу, что это за безобразие? Как это так? Мы собрались верующие, а ты, КГБист, сюда пришел». Он меня за руку: «Тише, иначе хуже будет». Я подхожу к Александру Васильевичу, говорю: «Что это такое? Что это КГБист тут делает?» Он на меня тоже шепчет: «Ну не один он, тут не один он, не волнуйся». Я говорю: «Как же тогда так? Что это за съезд? Кто тут руководитель?» Снова с Житковым, с молодым, зашел этот КГБист и говорит: «Ты знаешь, что ты говорил? За твое выступление 10 лет тебе грозит. Тебе кто давал право? Тебя послал сюда оргкомитет все это рассказывать? Тебя послал сюда оргкомитет все это рассказывать? Это на все страны мира пойдет. Ты позор нанес на нашу страну». Ну, много так говорил, грозно, строго. Я ему говорю: «Я постараюсь рассказать, что съезд здесь КГБисты проводят». Он тогда опять: «Ладно, давай по-мирному разойдемся. Вот тебе телефон, вот тебе адрес, место встречи нашей, мы тебе поможем, а ты молчи». Я этого ничего не взял. И вот, братья, начал я учиться на этих курсах. 1/2 вроде было тихо, спокойно. Присылали литературу, приезжали сдавать экзамен через каждые 2 месяца. Примерно через 1/2 нас собрали, и Мицкевич Артур, старший, он был ответственный за эти курсы, говорит: «Настало время, чтобы вы познакомились с теми людьми, с которыми вам придется сотрудничать. Вас будут возить по одному. При Совете министров, по-моему, тогда Кураедов и Тарасов были, там будут с вами беседовать по одному. Беседа будет скрытая, никому рассказывать нельзя. Но так оказалось, что там сделали так, что то, что, допустим, я говорил, там в КГБ слушали. Повез меня Орлов Илья,
поехали мы. Ну, конечно, тут же он увещание говорит, что вот я, мол, отучился в Англии, там не бойся, мы поедем по многим странам теперь, нам открыты все дороги. Отвечай на все только да, а иначе не пройдешь. Пришли, сидит один человек, секретарша подала по чашке кофе. Он меня приветливо так встретил. Ну, я тогда не особо знал, что это кофе. Так что я говорю, что я пока воздержусь. Простите. Ну, он и говорит. Мы с вами говорим откровенно, не тая, что курсы эти проводим мы. Я говорю, как вы? Да, я тебе открыто говорю, что курсы эти проводим мы. И набор на курсы делали тоже мы. Я, конечно, удивленный такой, говорю. А как я попал сюда? Я, говорит, ни с кем с вами не беседовал, не волнуйся, сиди, слушай. Сижу, слушаю. Вот, это все те люди, которые курсы закончили. Вы все будете работать с нами. Ты знаешь, что постановление партии к 80-му году покончить с религией. Окончите двухгодичные курсы. Мы вас всех сфотографируем на иностранные паспорта. Будете ездить за границу. Будешь все условия иметь. У меня с квартирой тогда как раз было плохо, жить негде было. Все это мы уладим, с квартирой все будет улажено, но при условии. Открывает карту, а стена большая, висит карта всей нашей страны. И на этой карте от Москвы идут полосы. Красная, синяя и черная, по разным городам. То есть удивительно, что почти на все церкви вот эти линии идут. Я тебе открываю, что означает красная. Красная линия – это пресвитер наш, но на 80% красные линии идут. Это пресвитера наши, которых мы поставили. Голубые – это люди, которые ни туда, ни сюда, их надо убирать, если не согласятся. Черные – это те, которые еще поддерживают оргкомитет, их немедленно надо убирать. Это будешь делать ты, старший пресвитер. Но я посмотрел на нашу область. В нашей области не было кого убирать. Все тут красные линии. Старший пресвитер здесь был такой, что он всех уже повыгнал, а поставил всех своих сторонников. Я думаю, Господи, если ты мне позволишь стать старшим пресвитером, всех этих людей я повыгоню. Теперь-то я уж точно знаю, кто под красной линией. Открыто все, смеется. Ну, я ему и говорю, а вдруг такое случится, что пошлете вы меня за границу, то какое я буду поручение ваше выполнять? Он говорит, да нас интересуют некоторые служители в Америке, в других странах, как они относятся к советской власти. Мы тебе дадим 3-4 вопроса, ты их запомнишь на память. И что они тебе ответят, ты письменно должен нам все это предоставить. Я говорю, ведь я тогда практически становлюсь шпионом. Ну, так не надо говорить, ты пока будешь работник. Но работник будешь наш. Кстати, тебе скажу, что начиная от Карева, которого вы все любите, это наш работник. И все-все другие. Без нас туда никто не поедет. Никто не попадет. Ну, конечно, длинная эта беседа была. Я говорю, что я не согласен на это. Не буду я учиться и ничего этого делать. Он тут же поднимает трубку и говорит, Александр Васильевич, вы прислали человека неподготовленного, позанимайтесь с ним, тогда пришлете еще. Идите.
Ну, Орлов ждал уже, встречают меня Мицкевич, Житков. Тот с двумя кулаками подошел. Что ты наделал? Ты не оправдал доверия. Ну, Артур Иосифович, тот помягче. Ты знаешь, что я сам страдал, сам сколько промучился, но другого пути нет. Надо только сотрудничать, надо только быть с ними. Мы поедем в Белгород, будем уговаривать уполномоченного, чтобы он дал разрешение на твое служение. Приезжают они, пришли домой ко мне. И сразу Мицкевич прошел по квартире и говорит. А что у тебя? А что же у тебя Ленинского уголка нет? Так как ты можешь быть старшим пресвитером? Немедленно сделай Ленинский уголок, чтобы у тебя дети воспитывались именно так. От рождения и до смерти, чтобы висел портрет Ленина, иначе ты не будешь старшим пресвитером. Я так открыто говорю. Артур Иосифович, это же бандюга. Он побил столько людей, а я буду портрет его вешать, детям передавать. Не дай бог, да не дай бог, плачет. А тут слушает другой сидит. Артур меня так берет за руку, в другую комнату выводит и говорит. Ты пойми, я тебя жалею, но ты вот слово сказал, и я буду писать отчет КГБ. И он тоже будет писать отчет КГБ. Вольно или невольно, я должен писать, что ты сказал. Не знаю, говорю, как хотите, но у меня такое понятие, что не буду я этого делать. Помолимся. Ну, помолился он. На второй день повели меня к уполномоченному. А перед этим Мицкевич говорит вот что. Мы очень хотим, чтобы вот такие, как ты, прошли люди в старшие пресвитеры. Мы очень хотим, чтобы они прошли, чтобы вы прошли. Но при условии, что ты выполнишь нашу просьбу. Вот когда зайдем мы в кабинет, а мы зайдем сначала побеседуем с ним, а потом ты и зайди. И ты, когда зайдешь, встань сразу на колени около дверей. А мы будем говорить. Уполномоченный увидит твое смирение. Да, братья, вот в такой я попал переплет. С женой дома молимся. Господи, я-то думал поучиться, а оно вон куда пошло. Ну ладно, они там сидят, пришел я, открывается дверь. Посредине уполномоченный, один справа, другой слева, старшие пресвитера сидят. Я так зашел, говорю, здравствуйте, и стою. Так, может, минута прошла, уполномоченный. Видите, какой гордец. А Мицкевич сидит так и под столом показывает, мол, падай на колени. Ну, братья, такое просто рассказывать. До чего дошло, просто не выскажешь. У служителей такое вот рабское отношение, поверить даже трудно, что такое может быть. Тогда выходит сам Мицкевич и от порога согнулся и идет до самого уполномоченного. Я, мол, тебя умоляю, я за него прошел, ты его прости. Я говорю, Артур Иосифович, миленький, такое время уже прошло, но это же коммунисты сами же критикуют сейчас за такое, что ты сейчас делаешь. Люди свободные, как вы учите нас. Чего сгибаться? Да перед кем? Да ты должен понять, что мы же дело Божие делаем. Уполномоченный согласен при таких условиях, если ты смиришься. И так далее. Ну, тот, конечно, зашумел. Я не допущу, он гордый. Ну, и такие разные слова там пришли опять к нам. У меня стоял квартирный вопрос. Подошла очередь мне квартиру получать. Естественно, что вызвали опять КГБ в обком. Одно только. Дай согласие на сотрудничество. Немножко прошло времени, Карев мне говорит. Вот что. Я очень хочу, чтобы ты встретился с Татарченко, чтобы ты встретился с Шаповаловым, ну и с некоторыми другими. Это братья, которые отсидели по 10 лет. Побеседовал с ними. Мне тоже интересно было встретиться, побеседовать. Думаю,
А что же братья скажут? Я так иногда раньше ходил, проповеди братьев-старцев слушал. Приехал я в Харьков. Шаповалов домой меня пригласил, беседуем. Он опять говорит: другого выхода нет. Давай согласие на сотрудничество, а я тебя буду учить, как сотрудничать с КГБ. Я говорю: Данил Данилович, нет у меня такого желания, не могу я этого сделать. Как это я так буду Богу служить и предавать веру? С дедушкой Татарченко встретился очень хороший человек. Точно такие же слова. Мы дали согласие, другого пути нет. Чтобы сохранить дело Божие, чтобы сохранить молитвенные дома, надо дать согласие. Мы все порасписались сотрудничать с ними. Приезжают три генеральных секретаря из Норвегии, Швеции и, по-моему, из Финляндии. Бухайко, Бычков приезжают, приглашают меня. Приехал я в Харьков. Ну, эти генеральные сидят, Данил Данилович говорит: вот, пожалуйста, иностранные генеральные секретари Союза Баптистов. Расскажите вы. Вот, мы очень хотим этого молодого человека, чтобы он был старшим пресвитером. У него все дарования есть. Но вот он не хочет соглашаться сотрудничать с властями. Как у вас? К великому сожалению, все трое подтверждают. А иначе нельзя. Так дело Божие делается. Мы точно такие же сотрудники власти, как и вы здесь. Кольцо все время сжимается. Приехали мы в ресторан пообедать. Там песни, танцы. Я говорю: не совсем в приятное место вы пришли обедать. Я тут в первый раз. Два генеральных секретаря говорят: вот что значит, что остальные вы люди, что отсталые вы люди. Мы вам сейчас покажем, как у нас танцуют. И вот, братья, это удивительно, как вышли эти двое, генеральные секретари. Я такого не видывал и, наверное, до смерти не увижу. Как они разные выкрутасы делали, как они тут пляски выделывали. Все мирские люди остановились и говорят, что это иностранцы, мол, танцуют. Это ужас один. Кончился обед, поднимает этот танцор руки вот так и молится. Тоже весь ресторан слушает. Как их понять? Приглашает меня снова в Москву Александр Васильевич, и состоялась последняя беседа. Скажу вам, братья, все 99 человек, а в анкете около 20 вопросов, что я такой-то, такой-то даю обещание сотрудничать со всеми органами власти. Все вопросы церкви – это вопросы государства. Я обязуюсь выполнять все государственные законы. Ну и, конечно, такой-то и такой-то подписывается от имени Белгородской или Харьковской области. Тогда я дружил хорошо с Духонченко. Так по душам мы беседовали, а он тогда 10 лет уже отбыл в ссылке, а 5 лет так делились мы. Хорошо один на один поговорили, что только держаться Господа, что все тут отступники. И он так говорит. И вдруг после этой встречи в КГБ беседует с ним председатель Союза и в присутствии всех хлопает его по плечу и говорит: «Ты, Яша, далеко пойдешь, ты правильно ответил на все вопросы». Правда, никто так не пошел далеко, как он. Он стал председателем Союза Украины. Духонченко Яков Кузьмич. Приехал я к нему после этого. «Ну что ты, друг, что ты так пошел, что ты подписал?» «Брат, надо дело Божие делать, иначе закроют молитвенные дома. Поэтому я все подписал и все с ними решаю». «Братья, такое положение, страшное положение. Приходит для беседы Геннадий Константинович Свинсон туда в дом молитвы в Москве. Как-то и мне там пришлось быть. Всех поразогнали по разным комнатам, чтобы только 3 или 4 человека
и они двое. А после спрашиваю, что нас так всех поразогнали? А он говорит, была открытая беседа, КГБисты слушали, что тут говорили, прямая связь была сделана. Поэтому, чтобы не мешал никто, так было сделано. И вот, братья, что бы ни делалось, первое дело сразу говорили. Если только вы нам не разрешите, от нас люди будут уходить. Настолько такое предательство было. Предательство братьев. КГБисты, не знаю, сколько было вызовов, вывозили, как правило, ночью. Клали Библию и рядом клали наган. Беседы, беседы, беседы. Ты очень многое узнал, и тебе мы очень многое открыли. Жизни мы тебе все равно не дадим. Соглашайся. 99 человек согласились, а ты один не согласился. В братском вестнике Мицкевич опубликовал, что 99 человек окончили эти курсы. Действительно, трудно все рассказать, сколько пришлось пережить, перестрадать. Первое, что они сделали, посадили меня в камеру прокаженных. При мне пришел второй секретарь обкома, начальник милиции, и дали указания. Прямо открыто говорит при мне, надо сделать так, чтобы от него отказались баптисты. Я, правда, не предполагал такого. Открыли камеру эту, а там четыре женщины сидят. Ну, конечно, они закричали такие слова. Заводите его к нам, мы то и другое сделаем с ним, мы его тут выучим. И всякие пошлости такие. И то страшно было, что у них пальцев на руках нет, носа нет, ушей нет. Страшно было глядеть на них. И вот они толкают меня в эту камеру. Потом Бог дал такую милость, что начальник сказал, «Нет, не выведите женщин, а он так заразится и подохнет здесь все равно». «Нет, вы выведите женщин, а он так заразится и подохнет здесь все равно». Вывели этих женщин, завели меня туда. Я упал на колени и не знаю, сколько я стоял, сутки или двое, или просил Бога, чтобы не коснулась меня эта болезнь. Этот секретарь обкома приказал, пока я не приеду, этого не выпускать. На четвертые сутки вдруг открывается дверь, и милиционер говорит, выходи, твой мучитель сдох. Думаю, что такое? Он говорит, сгорел он, выходи. И вот так берет меня за руки, смотрит. И пригласили врача. Врач посмотрела, раздели меня до пояса. Врач говорит, этому, конечно, можно удивляться, может, впоследствии будет что-нибудь, но пока, говорит, его ничто не коснулось. А он объясняет, что в Москве загорелась гостиница «Россия», и там многие погорели, в том числе и этот второй секретарь обкома. Милиция говорит, мы хоть верим или не верим в Бога, но вся милиция знает, почему с тобой так жестоко поступают. Мы, говорит, сожалели все, но ничем не могли помочь. Что сделать? Ну, если поверили, то и слава Богу. По-хорошему отвезли домой, а там снова. Да ты там помирись с ними, зарегистрируйтесь, нам уже неудобно. Конечно, я уже не в первый раз там сидел, снова приехал. Карев уже умер, Бычков на его место встал. Приехал в Харьков, туда меня пригласили, говорят. Тебе будет очень трудно, ибо ты многое узнал, ты всю работу эту узнал. Или дай подпись, что ты не будешь разглашать ее, или дай подпись на сотрудничество. Мы же сотрудничаем все. Я за границу езжу, я всех там обманываю, я знаю, что у нас есть узники, ну а куда деваться? Говорю, что здесь свобода, никто за веру не сидит.
Если вы помните, он не так давно признался, и это он открыто сказал, что надоело нам брехать, так как так он и сказал, и это опубликовано во многих журналах. После долгих бесед, опять же, одно указание за другим. Молитвенный дом закрыли у нас. Пришла милиция, пришли секретари, пришли КГБисты, обвинили, что вот Азаров не покоряется, Азаров с американцами сотрудничает, у него радиостанцию нашли и прочее. Несколько товарищеских судов устроили, 3 раза били, чтоб только любыми путями сломать, как они говорили. Конечно, было самое трудное, это беседа с пресвитерами, особенно со старшими пресвитерами, которые не раз приезжали, убеждали, что совет церквей это избрал путь на погибель себе, не дадут никакой работы, все равно программа стоит, конец всей религии и прочее. Как-то Бог давал силу не склоняться ни на что, и мы, 120 человек, уже в 1972 году написали обращение в Совет Церквей. «Примите нашу церковь в братство». Слава Богу, братья начали понемножку приезжать, укреплялись. Собираться было, конечно, трудно, дом молитвы запечатан. Ну, а остальным сказали, кто хочет в доме молитвы собираться, пишите все заявления в горисполком. Да, примерно 70 человек написали заявление, и им открыл дом молитвы. Бог нас повел путем братства. Угрозы были не только словами, но и делом. Решили отобрать детей. Если не согласишься, отберем детей. Мы в это время избрали пресвитером своей церкви моего брата, которого отец был диаконом. Давнишний брат, дети все были верующие. Этот старший был, сын у него тоже 5 детей было. Избрали его на пресвитерское служение. А я уже был рукоположен на служение благовестника. И вот пригласили в обком нас 20 братьев и их человек 50. И выносят решение отобрать детей у него и у меня. Так все мы слушали спокойно. Вдруг этот наш избранный пресвитер встает и говорит: «Я пришел к выводу, что Бога нет. Я отрекаюсь, детей я не хочу отдавать вам. Я отрекаюсь сам от Бога и детей буду учить так». Это был удар. Это был удар настолько сильный. Братья все согнулись, многие заплакали. А те, конечно, в ладоши начали хлопать. Потом один из них говорит: «Повтори еще». Он повторяет. Потом один из них подходит, говорит: «Мы должны видеть доказательства». Подносит папиросу ему, зажигает: «На, бери, кури пред всеми». Он берет и курит. Прошло много лет, и вот в одно время мы стоим с Сережей, и вижу, что идет человек согнутый и по дороге подбирает окурки. Сережа что-то сказал, а я так посмотрел поближе. Так это же Василий Сергеевич, тот, который отрекся от Бога. Подхожу к нему: «Василий Сергеевич, что же ты делаешь?» «А что мне теперь делать? Дети от меня все отказались. Жить погиб я. Вот собираю теперь окурки». Таков вот конец, братья, того, кто задумал защитить детей. И вот так получилось. Не знаю, сейчас он живой или нет, но вот то, что мы видели, беседовали, такой его конец и печальное положение. Поднял глаза он на меня и говорит: «А твои дети с тобой?» Я говорю: «Слава Богу, дети мои со мной, несут служение, верующие все». «Я погиб», я говорю. «Можешь ты покаяться?» «Нет, не могу я ни каяться, ничего». И в третий раз говорит:
я погиб. Это, братья, результат того, когда мы надеемся на себя или думаем что-то защитить сами. Конечно, за все эти годы, прошедшие до самого 1987 года, многое было нами пережито. Тогда был товарищеский суд огромного завода, когда все единогласно клеймили нас. Между ними и я стоял, когда они тысячи людей убеждали отречься от этих, как они называли, нас, американских шпионов и прочее. И Бог дал силы устоять. Я говорю, что это братья мои, а что они в тюрьме, и что ж, может, и я завтра буду в тюрьме. Все единогласно зачитывают резолюцию суда товарищеского ходатайства перед органами власти. Такой человек не нужен, только расстрелять его, обращается председатель суда. Кто за? Ну и, конечно, единогласно все принимают это решение. Я так думал, что на этом и конец. Прошло еще несколько времени после суда. Меня побили сильно. Потом года полтора прошло, когда мне дали 5 лет тюрьмы, когда привезли уже в Красноярский край, и там в лагере вызывает начальник, и других так еще было. И других так еще было трое. Оказывается, это решение суда уже там. Он зачитывает и говорит, что мне делать? Ну и, конечно, опять разными словами. Тебе была дана возможность стать старшим пресвитером. Тебе была дана возможность ехать по всем странам. Ты был бы большим человеком, а ты пошел против советской власти. И что я такое-сякое все там наговорил. Поэтому мы приговариваем тебя к тому, к чему приговорил тебя товарищеский суд. При первой возможности помни, собственноручно расстреляю по решению вашего суда. А теперь, пока он не одумается, не напишет заявление, что он согласен на сотрудничество с органами, морите голодом и холодом и сажает меня в камеру с крысами. Тогда я еще не знал, что камеры такие есть. Правда, днем их нет, а ночью откуда-то их выпускают. Ну, так я на нарах, они около нар садятся, и какая перепрыгнет, какая нет. Друг друга там грызут, видимо, голодные. Так длилось около 10 суток. Откровение 2.10. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь 10 дней. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Было сильнейшее напряжение. Замначальника лагеря приходит, а теперь мы узнаем, будешь стоять, пока мне не надоест. Переводит меня после этого в другую камеру. Двоих приводит разбойников. Если он сядет, то вы будете стоять. И опять же, ты знаешь свое дело. Если ты не подпишешься, то отсюда не выйдешь живым. Но так Бог дал, что я сутки простоял. Примерно через каждые часа 2 он приходил и задавал тот же самый вопрос. Ответ мой был такой. Пока, слава Богу, у меня все хорошо. Стою 2 сутки. Налились руки мои, ноги порвались. Носки. На 3-й день эти ребята, которые за мной наблюдали, говорят ему. Начальник, или нас убери, или делай, что хочешь, не можем смотреть. На 3-й день где-то днем я ходить уже не мог. Пришли другие люди, приносят мне лист. Тебе дается возможность быть свободным. Распишись, что ты согласен сотрудничать. На тебя поступила из Москвы депеша. Или мы тебя жизни лишим,
Или ты пойдешь, но с целью, что ты согласен сотрудничать. Ну, немножко отдохнул, посидел. Переводят в ШИЗО на 6 месяцев. Начальник приказывает. Температура не больше 7 градусов, чтобы была. Держать в одной рубашке. В баню водить в одних тапках. Кормить, как я вам приказал. Так примерно проходит 150 суток. Потом приходят, а по камерам, то ли они распространили, я не знаю, по сей день. Иногда стучат так ребята. Баптист, держись, ты знаешь, что тебя хотят расстрелять. Ну, потом сажают людоеда или кто он там. Около 10 дней это было страшное мучение с ним. Потом вдруг приходят, выводят, одежду дали. Ну, тут опять стучат ребята, мол, до свидания, дядя Миша, не обижайся на нас. Видимо, ты больше не вернешься. Плачет. А я стал что-то очень плохо видеть, почти слепой стал. Иду так, спотыкаюсь. На улицу вывели в первый раз, мороз такой крепкий, солнышко. Заводят в камеру другую. Слушаю, жены вроде и голос. Думаю, что такое, то ли снится, то ли какое-то видение. Правда, жена говорит, Миша, подойди. Близко не подпускают, метра на 3. Я так думаю, правда, Надя приехала. Но она, конечно, говорит, что с тобой сделали, я тебя не узнаю. Ну, так она помолилась, потом я помолился немножко. Она пыталась передать мне несколько конфет. Не дали. Ну, так, с какой целью, кто его знает. Потом-то я узнал, как они ходатайствовали, как другие за меня ходатайствовали, что, мол, долго не было писем. Но они решили показать, что я все-таки живой. Иду назад, а конвоир и говорит, ты знаешь, что начальник приказал с тобой сделать? Я говорю, знаю. Ну и говорю, что чем быстрее сделали бы, тем лучше было. Заводят, а там из Красноярска сидят двое. И приехал из Белгорода КГБист. И опять же привез это, что подписали 99 человек братьев твоих. Как они живут хорошо, какая у них обстановка. Как они за границу ездят, рассказывают мне, как все прекрасно, как страна наша живет, что религии больше не будет, всего не будет. Ну, рассказывает про сыновей моих, что им тоже там трудно, что в школе там нападают на них. Надо тебе все-таки одуматься, подумать. Вот совет церквей весь в тюрьме, все равно погибнут все. Так, беседа, наверное, около часа была. Привез он конфет мне шоколадных, принесли стакан чаю. Конечно, я бы это с большим удовольствием все поел, потому что, когда меня забирали, во мне было 96 килограмм, а когда там взвесили, было 48. Побеседовали. Я говорю, вы поймите правильно, я боюсь Бога. Я боюсь Бога, и потому ничего не буду подписывать. Умереть умру, но подписывать я ничего не буду. И опять дается указание посадить. Посадили еще в худшую камеру, где было великое множество вшей и тараканов. Это было что-то невероятное. Когда подавали кусок хлеба, то его нельзя было съесть. Вот я так разламывал, кругом немножко раскладывал, потому что нападали тысячи этих тараканов, не знаю, как их назвать, и они начинали есть то, что я им дал. Тогда я мог что-то съесть. Братья, все это не перескажешь. Но когда Бог дал, пришло освобождение, сам начальник лагеря пришел, принес мне вещи. И так вроде с добрым намерением, как я понял, что он даже извинился. Ты извини, что так пришлось с тобой поступать. А когда я вышел из лагеря, был март месяц, было очень холодно, снега очень много было.
А там примерно километров 7 надо было пешком идти до станции. И вот я настолько ослабел, прошел немножко, помолился Богу, чтобы хоть машина какая подобрала. Едет машина, мимо проехала. Я еще немножко прошел, а потом, конечно, упал. Нет сил идти, ветер такой думает. Ну, я так думаю, Господи, ну помоги как-то дойти, хотя бы хлеба купить. И так положил в сердце своем, что если Бог даст, что буду дома, то обязательно устроюсь на хлебозавод. И так думаю, что всегда буду носить с собой хлеб. Не думал я, что я наемся хлеба. Третья машина останавливается и говорит шофер: «Этот зверь приказал тебя не подбирать». Он говорит: «Не сдох здесь, дорогой сдохнет. Он не дойдет до станции». Поэтому какое-то сердце Бог расположил, и этот шофер хватает меня быстро за руку, посадил в кабину и довез до станции путем таким, чтоб милиция не увидела, и быстро меня вытолкал. «Иди, а тебе весь лагерь знает, и хутор наш весь знает, как тебя мучают. Иди». Поблагодарил Бога и первым делом пошел покупать хлеб. Купил буханку хлеба и купил немножко масла. Есть страшная охота. Но, собственно, я видел, как люди умирают от того, что хлеба много наедаются. Видел сам. Настолько был тяжелый лагерь, что так там били, и люди умирали. Черви съедали их. В буквальном смысле съедали черви. Миллионы их на теле человека. Он еще живой, а на нем миллионы червей. Сел я, немножко поел. Нет сил подняться. Милиционер подходит: «Ты только оттуда вышел, и ты хочешь опять туда попасть? Ну-ка, марш отсюда!» Но, правда, Бог дал, я купил шапку, сел, приехал в Красноярск, а там один брат жил. Встретил меня хорошо, я ему и говорю: «Ты знаешь, у меня тут клопов много, вшей много на мне, ты уж как-нибудь поостерегись». Но Бог дал такую милость, он меня взял на руки, раздел меня, все это поснимал, отнес в баню, и 3 дня Бог дал милость, я у него отдыхал. Приехал, братья, домой, и через 3 дня снова КГБ. Это в 1987 году. Вот что, давай тайно поговорим, ты будешь знать, и мы двое будем знать. Дай подпись, что ты будешь сотрудничать с нами, что ты здесь зарегистрируешь церковь, и все. Мы будем знать, и ты будешь знать, и больше никто. Живи, как хочешь». Братья, некоторые думают, что сейчас регистрация – это как будто ничего. Нет, братья, это не так. Это такая сеть, в которую люди попались, и в основном служители. Попались в эту сеть, и из нее очень трудно вырваться, если не приготовишь сам себя к смерти. 3 года назад к нам привезли... Не приговоришь. Да, попались в эту сеть, и из нее очень трудно вырваться, если не приговоришь сам себя к смерти. 3 года назад к нам привезли гуманитарную помощь. А отдавать не отдают. Пошли мы с братом, дошли почти до губернатора. Смотрим, приглашают нас побеседовать с уполномоченным. Сидят такие же уполномоченные, как и 10 и 20 лет назад. Уполномоченный подходит, а он меня не знает. Он говорит: «Мне очень хочется встретиться с Азаровым. Если бы мы с ним сошлись, как со старшим пресвитером, то мы бы с ним за 2 часа все решили. По чашке чаю бы выпили, ну и везите, раздавайте, дай вам Бог». Но они такие упорные, этот Азаров такой упорный, что не хочет даже встретиться. Вот таким образом вся эта система остается до сих пор.
та же, никаких перемен нет. К великому сожалению, наши братья из регистрированных церквей это не поймут. Они это не поймут и не хотят понимать. Поэтому, братья, апостол Павел говорит, 2 Коринфянам 4:2, «Но отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, открывая истину, представляем себя в совести всякого человека пред Богом». Устроился я на работу, и однажды послали у нас одного человека вместе со мной менять ванну. Входит хозяин квартиры, ходил, ходил, а потом говорит: «Михаил Иванович, не узнаешь меня?» И называет себя нехорошим словом. Я так посмотрел на него, а не могу сказать, хотя где-то, может, и видел. «Да это же я, майор КГБ, который не раз мучил тебя. Наш, Белгородский». Подходит так, кланяется и говорит: «Прости меня, Михаил Иванович, я знаю, сколько ты перенес страданий. Вот такие мы были бестолковые, нас заставляли, а мы делали. Если бы я был на твоем месте, я бы, наверное, мину сюда принес, чтобы меня взорвать вместе с квартирой, а ты мне еще доброе дело делаешь. Прости меня». Иду я по улице, идет человек, а другой его ведет под руку. Я-то их позабыл уже, он кричит на всю улицу: «Михаил Иванович, ты не узнаешь меня?» Я говорю: «Да кто вас разберет, вас много». А он был участковым, раза три сажал меня на 15 суток. А теперь сын его держит, ведет его. «Пропала моя вся жизнь, пропало все мое. Мне одно, хочу только застрелиться или задушиться. Но вот еще сын меня держит. Какие вы счастливые люди! А мы-то были такие глупые, да что же мы с вами делали?» Братья, это люди говорят, неверующие люди, они поняли свою ошибку. К великому сожалению, наши братья в регистрированных церквах до сего дня не поймут этого бедствия, в которое они попали. В прошлом году захожу я в магазин, идет пресвитер церкви регистрированной, и вот так несет два пакета. Я говорю: «Борис, что ты несешь?» «Да надоело поклоняться». «Как поклоняться?» «Да вот так, что как крещение совершать, надо идти на поклон, надо писать заявление. Как рукополагать, надо идти на поклон. Поэтому мы решили баптистерии себе сделать, чтобы не ходить на поклон, чтобы крестить здесь». Я говорю: «Борис, миленький, да сколько же лет мы так делали, что никому и ни в чем не поклоняемся?» «Да это ж вы, а мы не хотим таким путем идти. Система эта сатанинская, она до сего дня та же. Она не поменялась и не поменяется, братья. Поэтому в этом плане мне понравилось, что на съезде братья, как мне кажется, правильно решили. Весь совет церквей выходил и молились за братьев и сестер в регистрированных церквах. По некоторой степени и я молился Богу, просил, что, может, я виноват в чем-то в отношении этих людей, потому что я там был. Как некогда праведники исповедовались перед Богом за весь народ Божий. Когда мы читаем молитву Даниила, 9 глава, то он просит и не говорит «они», а говорит «мы». «Мы согрешили, мы это делали». И исповедуется за весь народ Божий. Это действительно Господь так побудил совершить молитву за всех братьев и сестер в регистрированных церквах. Ну и, наверное, будет обращение еще. Поэтому в беседах, когда мы встречаемся с ними, как вот я общался с Иваном Константиновичем, это донецкий пресвитер Медведев. Вот он недавно только с Америки вернулся,
Его постигла болезнь большая, но здесь, слава Богу, все кончилось. И я беседую с ним. «Ваня, что ты думаешь, что ты там держишься за эту систему? Вы дали хорошее наименование дому своему в Гефсимании. Увы, и рассказывают. Мы у губернатора были, собрались 20 пресвитеров разных религиозных течений. Не пришел только Тушков. Губернатор нам задал вопрос. Вы верующие люди, расскажите, как мы будем жить дальше? Ну и встает один и критикует одну партию, другую другую. Покритиковали друг друга, а губернатор опять говорит. Вы же вожаки верующих людей, вы скажите по Библии, как мы будем жить дальше? Губернатор по Донецкой области, видимо, какой-то умный человек был. А мы, говорит, согнулись, посидели, молчим. Мы не были готовы к тому, чтобы сказать, как мы будем жить дальше. И такое положение, что произошло полное соединение с миром. Мне хочется, братья, в заключение прочитать слово, которое апостол Павел написал. Послание к евреям, 13 глава, с 13 по 15 стихи. «То и Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Братья, сегодня это огромный религиозный стан. Как вы слышали, брат говорил, а он почти во всех странах мира был. И весь этот стан, как я недавно слушал передачу из Америки, что было там общее богослужение после гибели этих высотных домов. Передают, что собрались тысячи людей, приехали три президента, приехал Билли Грэм, приехали выдающиеся проповедники. Все выступали и все держали плакаты, чтобы Бог дал сил перенести все это. А потом дали команду перевернуть плакаты. И на обратной стороне было два слова. «Отомстим» и «то ли убьем» или что-то другое. Вот это христиане. Поэтому, братья, мы не к этому призваны, ибо у нас иной путь. Путь Божий. Если Господа вывели за стан, то кто мы? Религиозный мир объединяется. Политический мир объединяется. Вы знаете, что небывалое такое явление, что собрались на тысячелетия почти все президенты мира решать вопрос, как будем жить дальше. А потом собрался весь религиозный мир и тоже, как будем жить дальше. То есть мы сегодня с вами пришли к такому положению, что не сегодня, а завтра уже появится Антихрист. А как мы с вами, когда мы читаем Евангелие от Матфея, в 27 главе, когда идет Иисус Христос на Голгофу, то Он крест деревянный уже не мог нести. Поэтому встретили человека и заставили нести крест Его. А что такое крест? Тот, который идет на смерть, он должен нести этот крест. Что же Иисус Христос нам говорит? Матфея 26-24. Когда тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Писание тоже говорит, что дьявол хочет поглотить нас. А что ответим мы? Готовы ли мы нести этот крест, чтобы достигнуть Царства Небесного? Дорогие дети Божьи, я очень радуюсь, что у вас столько братьев-служителей. Но брат говорил уже, что, к великому сожалению,
Не все служители оказываются верными. Это есть и в нашем братстве, когда не все оказываются верными. Верующих много, но дай Бог силы, когда мы с вами прочитали, что апостол Павел говорит, что каждый домостроитель должен быть верным. А верность – это верность нашему Господу. И как хорошо бы попросить Бога, чтобы Бог дал нам силы верности. И не стесняться говорить, особенно верующим из регистрированных церквей, чтобы они освобождались, чтобы они выходили из этого стана. Откровение 18:4. «И услышал я иной голос с неба говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Бог прямо говорит, чтобы и нам не оказаться в числе этих погибших людей. Поэтому будем молиться об этом, будем просить, братья, сестры, оставьте этот путь, путь сотрудничества с этими безбожниками современными, хотя и религиозными людьми. Это в ужас прийти можно, когда верующим вручают орден. У нас в Брянске недавно вручили тоже орден двум попам и старшему пресвитеру. Можно удивляться, за что? Когда мы страдали, Карев получил тоже серебряный орден, а тысячи братьев и сестер страдали. Братья, мы не к этому призваны, мы призваны не здесь ордена получать. Наш путь здесь – это путь страданий. Другого пути в Царствие Божие нет. Иаиль 3.11. «Спешите и сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь, туда, Господи, веди Твоих героев». Высоки были стены, и ров был глубок. Сходу взять эту крепость никак он не мог. Вот засыпали ров, он с землей наравне. Вот приставили лестницы к гордой стене. Лезут воины кверху, но сверху долой их сшибают камнями, кипящей смолой. Лезут новые, новый срывается крик. И вершины стены ни один не достиг. Трусы, серые крысы вас стоят вполне, загремел Александр. Дайте лестницу мне. Первым на стену бешено кинулся он, словно был обезьяной в джунглях рожден. Следом бросились воины, как виноград, гроздья шлемов над каждой ступенью висят. Александр уже на стену вынес свой щит, слышит, лестница снизу надсадно трещит. Лишь с двумя смельчаками он к небу взлетел, как обрушила лестница тяжестью тел. Три мишени, три тени, добыча камням. Сзади тысячный крик, прыгай на руки к нам. Но уже он почувствовал, что недалек тот щемящий, веселый и злой холодок. Холодок безрассудства, негаданный тот сумасшедшего сердца слепой нерасчет. А в слепом нерасчете всему вопреки острый поиск ума, безотказность руки. Просят вниз его прыгать. Ну что ж, он готов только в крепость, в толпу озверелых врагов. Он летит уже, меч вырывает рука, и с мечами, как с крыльями, два смельчака. Так, с персидским царем, начиная свой бой, с горсткой всадников резал он вражеский строй.
да следил, чтоб коня его злая ноздря не теряла тропу к колеснице царя. Но ведь прошлые битвы вершили судьбу, то ли корона в кудрях, то ли ворон на лбу. Это ж так крепостца не на главном пути можно было и просто ее обойти. Но никто из ведущих о битвах рассказ не видал, чтобы он колебался хоть раз. И теперь, не надеясь на добрый прием, заработали складно мечами втроем. Груды тел вырастали вокруг. Между тем камень сбил с Александра сверкающий шлем. Лишь на миг опустил он свой щит, и стрела панцирь смяла, и в грудь Александра вошла. Он упал на колено, и встать он не смог, и на землю безмолвно, беспомощно лег. Но уже крепостные ворота в щепе, меч победы и мести гуляет в толпе. Александра выносят, пробитая грудь, свежий воздух целебный не в силах вдохнуть. Разлетелся быстрее, чем топот копыт, слух по войску, что царь их стрелой убит. Старый воин качает седой головой. Был он так безрассуден, наш царь молодой. Между тем, хоть лицо его словно в мелу, из груди Александра добыли стрелу. Буйно хлынула кровь, а потом запеклась. Стали тайные травы на грудь ему класть. Был он молод и крепок, и вот он опять из беспамятства выплыл, что, но хочется спать. Возле мачты сидит он в лавровом венке, мимо войска галера плывет по реке. Хоть не ведали войны точно пока, то ли живого везут мертвяка, может, все-таки рано им плакать о нем. Он у мачты сидит и молчит о своем. Безрассудство, а где его грань? Сложен суд, где отвага и глупость границу несут? Вспомнил он, как под вечер, устав тяжело, войско мерно над черной пропастью шло. Там персидских послов на окраине дня принял он в торопях, не слезая с коня. Взял письмо, а дары завязали в узлы. «Не спешите на битву», — просили послы, «замиритесь с великим персидским царем». «Нет», — сказал Александр, «мы скорее умрем». «Вы погибнете», — грустно сказали послы, «нас без счета, а ваши фаланги малы». Он ответил, «Неверно ведете вы счет. Каждый воин мой стоит иных 500». К утомленным рядам повернул он коня. «Кто хотел бы из вас умереть за меня?» Сразу двинулись все. «Нет!» — отвел он свой взгляд. «Только трое нужны, остальные назад». Трое юношей, сильных и звонких, как меч, появились в размашистой резкости плеч. Он, любуясь прекрасною статью такой, указал им на черную пропасть рукой. И мальчишки, с улыбкой пройдя перед ним, молча прыгнули в пропасть один за другим. Он спросил, «Значит, наши фаланги малы?» Тихо с ужасом скрылись в закате послы. Безрассудство, а где его грань? Сложен суд, где бесстрашие с бессмертием границу несут. Не бездумно ль водить по бумаге пустой, если жили на свете Шекспир и Толстой? А зачем же душа, чтобы зябко беречь от снегов и костров, от безжалостных встреч?
Если вера с тобой и свечение ума, то за ними удача приходит сама. Царь у мачты, а с берега смотрят войска. Мертвый? Нет. Погляди, шевельнулась рука. Старый воин качает седой головой. Больно ты безрассуден, наш царь молодой. Александр, улыбнувшись, ответил ему: прыгать в крепость ты прав, было мне ни к чему. Лев Ошанин. Все, он сейчас решит. С Богом. А сегодня все. Что, все, что ли? Спасибо, Христос. Спасибо.